на бомжа, там, на пьяницу вот эту, вот, который валяется в грязи, я больше на него внимания обращу, вот чем вот на этого козла, просто я его, просто вас скажу, он козел, просто он козел. Вот этот, который не признает, да, он сидит там в этом сраном кресле, да, вот этот, задницу не может поднять, и из себя кого-то ставит. Вот эти козлы и всякими, могу ими, все, вот какие есть противные слова, на него вот, вот эти все слова, они вот природу всю губят, да. Они от жадности не знают, что делают, да, вообще. Вот я таких не вижу, но их народ видит, видит народ. Но они, видишь, народ как делают. Они с народа же берут, с народа. Кто его кормит, это вот уроданное. Народ его кормит. А он народ, народ все превращает. Он народ превращает в дерьмо, в народ, понимаете? Он уже до такой степени заелся, он уже народ не видит. А народ его кормит, вот этого идиота, который мог, не может задницу поднять, и который не хочет ни с кем разговаривать, потому что я при галстуке, я в кресле сижу, я выше тебя, у меня куча денег, меня охраняет полиция, меня власть охраняет, а вы все букашки для меня, поняли? А на него народ наоборот говорят, да ты никто, ты сам букашка, ты вообще не, ты как говоришь вот так, как презираешь, вот так тебя все презирают, да. Вот так-то. Да.